Есть очень большое желание поработать, есть очень большое желание много изменить, изменить в лучшую сторону. И есть встречное желание партии обновляться, усиливаться, повернуться лицом к людям, дойти до каждого человека и работать результативно и на решение конкретных проблем каждый день. Вот это, я считаю, здорово. И то, что я сегодня в политсовете, показывает то, что моя работа в этом направлении, которая была проделана с момента праймерис и по итогам выборов, она в этом плане оценена. Проголосовал я, соответственно, за Боровицкого, потому что вчера собиралась фракция, пришли к выводу, что это самая лучшая кандидатура. Он сможет найти общий язык и с оппозицией. Соответственно, он прекрасно знает, как работает у нас правительство Ярославской области.